Проект гражданского развития Балаклавской бухты широко на всю страну впервые презентовали именно на Сочинском форуме. До этого его обсудили с общественностью, предпринимателями, представителями турбизнеса в Севастополе. Концепция действительно впечатляет. Здесь есть место для бизнеса самых разных направлений. Ну и кроме того, в первую очередь благоустроят набережную и прилегающие территории. Хорошую подготовку к реализации проекта оценил министр промышленности и торговли России. России Денис Мантуров. Чтобы развитие бухты как центра международного туризма стало возможным, пришлось перенести площадку рудоуправления. Сделать это удалось без ущерба для предприятия. Денис Мантуров также отметил и высокий потенциал развития производственных мощностей в Севастополе. Огромный потенциал, с учетом того, что Севастополю повезло с энергичным руководителем, который имеет хороший опыт на федеральном уровне, знает, как реализовывается промышленная политика. Мы сегодня проговорили по развитию Балаклавской бухты. То же самое касается там Севморзавода или других предприятий машиностроения, судостроения, где сегодня будут наши федеральные предприятия активно вкладывать, инвестировать в модернизацию мощностей, в создание новых условий развития. Привлечь инвесторов на реализацию проекта поможет агентство инфраструктурных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Севастополя и директор агентства. Нам крайне важно, чтобы помимо государственных бюджетных инвестиций в Балаклаве были реализованы приоритетные проекты. В настоящий момент мы оцениваем пул таких проектов порядка 15 миллиардов рублей. Есть часть проектов, которая связана с транспортной логистикой. Вот мы прорабатываем с Министерством транспорта Российской Федерации создание железнодорожного узла. Тоже возможное привлечение внешних инвесторов здесь также обсуждается. Еще одно соглашение посвящено приоритетному проекту «Умный город». Его подписали представители ведущих вузов страны, банка и компании по внедрению автоматизированных систем управления. По проекту интеллектуальная модернизация охватит транспорт, здравоохранение, образование, туризм, ЖКХ, системы безопасности и другие сферы. Мы можем первыми из всех городов Российской Федерации реализовать все данные направления. Город получает готовые решения информационные. Вы знаете, что мы реализовали проект камер видеофиксации. Сейчас мы реализуем проект социальной карты или городской карты севастопольца в общественном транспорте. Следующим проектом будет увязка в сфере медицины и в сфере ЖКХ, чтобы не было необходимости, например, в ЖКХ доказывать, что те или иные показания счетчиков, чтобы не было такого даже потребности побывать в ЕРЦ. Теперь предстоит подготовить план реализации проекта. С учетом инвестиций создание умного города оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. Инвесторы вкладывать деньги в Севастополь готовы. Город Севастополь – это город-герой и вообще жемчужина Крыма. Поэтому для меня очень важно и ценно инвестировать в город Севастополь. Город очень комфортабельный, очень удобный для того, чтобы реализовать все наши идеи, связанные с оцифровкой, с автоматизацией города, сделать так, чтобы и жителям, и всем приезжим в город было очень удобно. Мы думаем, что такой проект может быть лучшим в России, мы на это очень надеемся, и готовы в это инвестировать деньги. Подписано соглашение о сотрудничестве с Росконгрессом. Фонд поможет продвигать проект региона среди компаний России и на международном рынке. Марина Кравцова, Мария Буйлова. Специально для информационного канала Севастополя из Сочи.